Терпение лопнуло. Жители Акбулак устали жаловаться на то, что в селе пропала вода из колодцев. Асфальтированную дорогу уничтожили большегрузы, перевозящие гравий из карьеров рядом с селом. Пусть делают себе объездную дорогу за селом. Нам сейчас положат дорогу, ее за год уничтожат большие грузы. Уховы нагрузка по нормативам на одну ось составляет до 12 тонн. Их нельзя пускать по асфальтированным дорогам. Грузовики летают по этим дорогам. Мы едем на легковушках и боимся, что нас просто сметут и не заметят. Из-за глубины разреза добываемых пород в колодцах исчезла вода. Если раньше мы добывали воду с глубины 8 метров, то сейчас ее нет даже на 24 метрах. Заместитель акима Сайрамского района заверил, что власти тоже пытаются решить проблему соседства карьеров с жилым сектором. Думаем, что они законно работают, поэтому мы в уполномоченный орган написали письма сейчас. Будем ждать ответов этих писем и по результатам этих ответов будем дальше предпринимать меры. Жители заявили, что если власти не выполнят своих обещаний, они сами установят шлагбаум перед селом, чтобы не пропускать большие грузы. Бахром Абдуллаев, Жансерик Буранбаев, информационная служба телекомпании ОТРАР.